Доброе утро. Сегодня у нас 6 мая 2018 года. Мы находимся на Элнете. И обратите внимание, послушайте, как заливается соловей. И причем он не только один. Не только один, тут еще несколько поет. Но этот рядышком с нами. А эти зеленые, ой, вон я вижу его. А вам, наверное, он не виден. К сожалению. Ой, ой, господи, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, красавчик. Надувает щеки, как хомяк. Как хомяк надувает щеки. Да ты золотой ты наш, молодец, молодец. Вот, куда-то, видимо, засек меня и хочет удрать. Стоит обалденная прекрасная погода. На берегу полно рыбаков. Машины марийские, татарские и даже московские, по мне показалось. По номерам. Ну вот, если он меня подпустит поближе, я, конечно, попробую еще его снять. Но он, вот он, разбойник, улетает. А может, это не он разбойник. Может, это я разбойник побеспокоил, нарушил его покой. Удивительное дело. Самая красивая, голосистая по пению птичка, самая невзрачная. А вот какой-нибудь удод, который перья может расфуфырить, еще что-то, и петь-то не умеет. А вот такие дела. Ну ладно, не будем отвлекать его от дела. Ой, 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 как он поет. Как он поет. Вы слышите? Вы слышите? Молодец. Ну все, пока.